Камчатки холмы, зеленые до зимы, на Камчатке в лесах еще есть чудеса, еще ждут берега у песчаной косы, еще сочно луга от вечерней росы. Не прожить мне дня без застывших озер, не утешит меня ничего, кроме гор, кроме гор до зари над вулканом седым, как от солнца горит облако белый дым. Там в слегающих лучах скроем нашу печаль, там у сердца горы переждем до поры. Камчатке холмы, зелены до зимы, на Камчатке в лесах еще есть чудеса, еще ждут берега у песчаной косы, еще сочны луга от вечерней росы. Внимание, у секции 2 заканчивается регистрация пассажиров оформления багажа в личном складе на рейс 139 Северопавловск-Никольская. У секции 2 заканчивается регистрация пассажиров оформления.
Thank you.
Бог чинив.
вышли уже, потом там вышли. Ну там нам переходник еще. Выше, дожди меня, да. Не удержит плавно. Танка вам походит по этой косе, а я, блин, лежу на ней. Это ясно, да. Так и выжил его посадка в танк.
стекает от узлука. Обязательно чушь накрашенные губы или еще что-то. Красивый смотришь. Где ты будешь? Ты как раз... А, тоже сейчас? Как раз. Держи. Прибыл со славы. You want to sit up front, Yuri? Das muss filmen.
more bear. Big one. He came into the water. Big thing. Yes. Hier sind die Lachse, siehst du? Ja, oh Wahnsinn. Hier sind die Lachse drauf. Siehst du, also die sind drauf. Jetzt will ich sehen, ob ich den Bär habe oder ob ich nur gedacht habe, ich habe ihn. Jetzt kommt er, jetzt macht's Plotsch. Jetzt schau, ich suche ihn. Jetzt suche ich ihn. Jetzt bin ich irgendwo so weit in den Bäumen. Aber ich kriege ihn, ich kriege ihn. Wo ist dieses Ungetüm? Jetzt hier. Siehst du? Siehst du? Ja, Wahnsinn. Siehst du das Ding? Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Und groß ist der Typ, nicht? Groß ist das Tier. Unglaublich! Hey, wir haben einen Bär gefilmt! Don't make it. Dangerous here. Uh-huh, yeah. Looking around. Dangerous, yeah. That's right, it's dangerous.
schon ropot, lass mir bobo prolmio, tolko mutsi bravo jusu, sam na utro pobejsto. Прямо что-то рядом совсем. Вот туда он был. Цыплята. Смотрите, как вот теперь там помидоры мы выращиваем. Вон там. А это что вы делаете? А? А что такое? Да не надо, я грязный вон какая. Будьте здоровы. Приезжайте к нам почаще. Ключевскую видели? Приезжайте. Вы сами откуда? Пожалуйста. Нравится на Камчатке? Хорошая Камчатка. Do you like Камчатка? Yes, beautiful. Хорошая? Очень хорошая. Хорошая Камчатка. Очень хорошая. Приезжайте к нам почаще.
там. Как у нас Сейчас на угол ложим его, ну, на торца. О, подожди. Ваня, давай. Так, на какую? А, все, все, понял. Давай, ворочай. Подожди, подожди. Что? Не-не-не, не на это. Все, понял. Все. Все, понял. Все. И все, лежит? Да. Ну давай, подавай. А? Строительством занимаемся. А? Заходите, заходите. Ой! Заходите. Спасибо, спасибо большое. Не за что. Спасибо. Показывайте кино. Go ahead.
It's probably not that. Maybe it's some temporary Abschluss. Yes, of some individual life. Yes, it's some temporary Abschluss of time. That's right. Some temporary Abschluss of time, yes. If you look from the moon, or maybe from Saturn. Maybe here. Thank you.
Может быть, на этот раз прогнозы вулканологов не подтвердятся? Они обещали журналистам продемонстрировать извержение и даже рождение вулкана. Thank you.
А что это? Кать, посмотри. Принесем. 4-2-3 задержка до 30 минуты. Довольно.
ты можешь легко в стадо войти, да, в принципе? Да, зайти спокойно. Не так же спокойно выйти. Просто они человека хорошо, вот, который с ними постоянно бывает, они к нему привыкают и как, не боятся вообще. Есть даже, которые подходят близко вот так. Mm-hmm. Но человеческую мочу, особенно осенью, они любят пить. Соли не хватает, начинают, и вот начинают. Тут лежит самка ближе к нам, да? Да, важен. Это и совсем молодой. Это большой, это с рогами, это кастрат. Это тоже кастрат. Вот производитель стоит.
Здорово. Здорово. Ну и чё? Был на рыбалке? Это, что хотел спросить, а где можно кефир, молоко? Люди хотят попить. Ну молоко вот Черканов пить, типа, нет. А нет, он смотрю, коров повел. Ну и чё? Люба дома? Нет, тоже с ним, да. Молока как-то? Да, да, а это, а Андреева она делает? У Римки да. Андреева, да. Ну, кефир она не делает. Молоко ей, да. Молоко с ней. А фактория не работает утром? Чай почему не работает? Чай попить. Она работает. Там же круглосуточно дежурит. Да? Да. А, ну так чайку, если что, сделаю, да? Делаю, да. Ну все, блин. Спасибо. Или как? Рима. Рима, Рима, да. А вот он. Вот где трактор стоит, да? Да, вот он. Ага. Ага. Она дома, не знаешь? Должна быть дома. Ну, дома, дома быть. Спасибо. Не знаю, ты же как. Листан, мир. Я лохматая какая. А мы молочка. Только от коров вылезла. Ничего страшного? Ничего страшного. Пусть снимает? Пусть. Да нормально, хватит, хватит. На рыбалку едете? Я в Крапивное поеду, да, заеду. Гречка тоже там, да? Нет. А у нее что-то проблемы там, ни бензина, ничего нету. До свидания. Григорий заезжает? Григорий заезжает? Нет. Да? Ну ладно, пока. Thank you.
Равина. Вы, а мы находимся только что, что... Да вот, Козыревск. Козыревск. Козыревск? Вот здесь. Крапивная. This is some kind of grove, gross. Крапива. А вот эта рыба... Это на этой карте есть, это старая, она новой уже нету, все нет крапивной. Сейчас мы поселок Козыревск называемся, улица Крапивная, 30 километров, самая длинная улица в мире, наверное. 30 километров улица? Ну, до Козыревска-то, мы же прописаны-то в Козыревске. Ну, сейчас как так и делают. Закрыли все, все. Прописывают, раньше был, ну, писали бы Крапивинское лесничество, да, и прописывали людей. То пишут поселок Козыревск, улица Крапивная, и все в доме номер один. 16 человек, и все в доме номер один прописаны. Ну, неохота никуда, я вот здесь 68-го года живу, неохота никуда уезжать. Прижились. Да. Ну, а вот где переправа, там поселок Крахча была когда-то, леспромхоз там вот родился. Не там, в санях. Везли меня в мать рожать в Козыревск, я в телеге. Ну, тогда жили-то плохо. Что у нас? Четыре брата друг за другом. А отец сам Костромской, мать у меня Горьковская. Из Горьк. А? Горьковская? Горьковская. Горьков, ну, Горьков. Нижний. Много. Да, да. А, там у меня родственники. Станция Мухтолова такая есть. А отец там с Галич. Ну вот сейчас разбрелись все. У нас на Сахалине родня, потом на это. На Украине, в Луганске, в Аршалограде. И сейчас за границей считаемся, живем. Правильно ведь? Да. Хорошо еще письма принимает, а то вы вообще... Ну, возят, да, почту? А? Почту возят? Ну, сами ищу. Я же и пенсионерам зарплату, пенсию вожу оттуда по на почте, получу по доверенности. Транспорт есть у вас казенный, да? Ну, вон УАЗик. УАЗик. Ну, пожарная машина у меня, два трактора. А там стоят у брата младший. Брат младший. Он тоже... Лесник он просто. Лесничек. А так. И два трактора. В этом году пожары-то были большие у нас. А тут вот все погорело. Сейчас, видишь, он новый лес растет. Пожар в 72-м году был. Где-то 180 тысяч гектар сгорело полностью. Молодняк стоял сплошняком, листвяшка. Сейчас? Ну, мы посадками занимаемся. А? Или это обновляется, зеленый лес? Само обновляется, но все равно, если семенных деревьев нету, оно, конечно, береза, осина, что, она уже, она у нас никуда не идет здесь, ни заводов, ничего нет. Да, на дрова. Вот посадками занимаемся, раньше по 1000 гектар садили, сейчас вот мне дали осенью план, 50 гектар посадок. Мы не держим здесь. А что мы уже на пенсию уезжать будем? Собираетесь поехать? В город? Нет, зачем в город? В Козыревск там. Условий-то нет у нас. Чувствуется, что домашняя, да? Там по не... цвету. Ну, а я вот в магазине купил. Я как-то купил. Разбил. Ну, надо было мне стакан сначала разбить, а я в сковородку. Как дала. А домашний знает, что снял и поел. Хлеб отличный, супруга. Сами пекем. Вон, печки. Зимой дома домашние печки. Еще сейчас. Как для вас? Булка хлеба 17 рублей стоит. Да. Легче муку купить, самому спечь. Как вы легче переносите, лето или зиму? Что вот для вас? Как трудно? Ну, зимой тоскливо, скучно. Рано спать ложишься, считай. Свет. 5 часов уже темно. Был бы свет постоянно, другое дело. Вон. Сейчас по радио передавали, Абрамович еще 2 миллиарда заработал. Что-то собирается покупать. Да я вам чай купил. Все. Это у нас чай такой.
Вкусно? Серега все показал, все разглядели. А не, ну ты показал. Да, ты делись со мной. Ну, хорошо, да, я шучу. Хорошо? Да. Юрич. Да уже свои, Серега. Ну, у меня еще два брата здесь. Здесь прям? Там, за речкой поверить? Живут. Ну. А. Это все надо одно делать, другое, еще ж работать надо. Ну, меня видишь, целый день. Сам себе хозяин. В Козырецке там лесники сидят в конторе, целый день придут. А я распределил людей, нет работы, идите по домам, ждите. Скажу, что надо, на, и пошли. А так это, или отправлю на работу. У меня радиостанция, если что случится, я по радиостанции связываюсь. Рыба это как? Это красница. Как? Нерка. Как готовите? Ну, перец, вот соль, сахар смешиваешь. И, сахар. Да. Ну это Галя мы знает там. Три стакана соли, наверное, стакан сахара. Сырая рыба. Сырая, варишь ее и в банке. Варить надо? 8 часов вышли на печке. Да? Ну, а прям как обычно. Ну, может, леди не курят. Не, не проблема. Ничего страшного. Пойдем. Дом хочет. Дом хочет пройти. Менять надо, сейчас буду менять. С картошкой занимался, все. Мусор. Резинка прилипла, смола. Зимой там продукт у нас все лежит.